Полинезийцы, египтяне, пикты, жители доколумбовой Америки и Индокитая, инуиты, берберы. Все эти этнические группы объединяют татуировки. Издавна жители этих племен наносили на свои тела символы, которые могли иметь ритуальное значение, сообщать о социальном статусе или количестве поверженных врагов. Сегодня получают распространение косметические татуировки, татуаж и медицинские, группы крови, имя пациента с синдромом Альцгеймера. Но в большинстве своем рисунки на теле появляются для красоты. Возрастает не только распространенность татуировок, но и багаж научных фактов о последствиях нанесения краски под кожу. А они неутешительны.